В мире муглов существуют стримлеры-волшебники. Все они заканчивали школу волшебства и стримов Twitchcards. Школа выпускала как хороших стримлеров, так и темных. И вот однажды один из таких темных стримлеров узнал, что грозит его каналу страйк и удаление. А виновником этого удаления станет мальчик. Имя этому мальчику — Артур Блэк. Здесь и начинается наша история. Это Хагрид. Его отцом был волшебник-стримлер, а вот мать Хагрида была моделькой персонажа из игры на PlayStation 1. Хагрид работает лесником при школе стримов и волшебства Twitchcards, дружелюбен, выпивает, любит приглашать к себе в хижину. Хагрид? А не пугайся, Аптип, но ты стримлер. Ты должен пойти со мной, чтобы поступить в школу волшебства и стримов. Только мы должны это сделать немедленно. А можно я хотя бы оденусь? Нет, Аптип. Мы должны идти прямо сейчас. Пошли. Одна небольшая проблема. Какая, Аптип? Мы сейчас едем в метро? Да, Аптип, все верно. Но, Хагрид, в Уфе ведь нет метро. Разве, Аптип? А где тогда сейчас, по-твоему, мы едем? Это то самое метро, Аптип, про которое все говорят, но никто его не видел. Это волшебное метро. А, Хагрид, а мы скоро уже придем. Уже скоро, Аптип. Цветочки недорого. Подходим, покупаем. Ох уж эти волшебники, ходят тут мимо, хоть бы кто цветочки купил, что ли, а? А, Хагрид, а почему мы пришли именно к этому забору? И я до сих пор раздетый. Аптип, это не совсем обычный забор. Как ты можешь видеть, он повернут неправильно. По сравнению с метро Exodus. Поэтому этот забор особенный. Он является входом в волшебный мир магазинов. И в него сейчас мы с тобой войдем. Только мне нужно вспомнить определенное заклинание. Я его помнил, где мой зонтик. А, вот он. А, Хагрид, а зачем тебе зонтик? И... Ты так и не ответил, я до сих пор раздет.
Ха, оптик, сейчас ты все и увидишь. А одежду мы купим тебе уже внутри. Она должна быть не обычной одеждой, а волшебной стримлерской. Но Хагрид, у меня же нет денег. О, оптик, это не беда. Твои родители давным-давно открыли тебе сберегательный счет в банке Сбергетс. Сейчас сам все увидишь. Оу, май! Надо бы познакомиться. Можно мне уже надеть мантию? А то вдруг кто-то увидит мои отпадные красивые красные семейники. Спасибо. Специально для вас немного СМР-чат. Хагрид, это тот самый банк? Да, оптик. Только нужно быть осторожней. Служащими банка являются гопники. И еще, дядь Бальдор, это директор школы Твичгардс, дал мне очень ответственное задание. Я должен забрать кое-что. Но что, я тебе не скажу. Пойдем, оптик. Здравствуйте. Нам с оптипом необходимы банковские ячейки под номерами 3 и 7. А я вам чё? У вас вообще волшебный банк. Сами пройдите, и дверь откроется, если внутри лежит принадлежащий вам вещь. Пойдем, оптип. А ты что думал, оптик? Тут будут американские горки с драконами, Оптик, это твоя дверь. Иди бери сколько тебе нужно, а я пока пойду по секретному заданию от дядь Бальдора. Я скоро. Ничего себе здесь 10-рублевых волшебных монет. Видимо, родители копили их в банках, в банке. Так, так, так. А вот и мой философский камень по заданию от дядь Бальдора. Отлично, теперь можно и уходить. Нет. Ты просто не разбираешься в современных моделях веников. Лори, скажи, а зачем мне разбираться в современных моделях веников? Это пустая трата денег.
Необходимо заколдовывать каждую соломинку, отдельно ее продевать. Ух, нет, мы у себя используем деревья. Я вот, например, лично срубил березку, сел на нее да полетел. Никаких проблем и заморочки. Уж не знаю, к чему все вот эти вот излишества. Не знаю уж, как вы там у себя на деревьях летаете, но в Лётыч все спортсмены играют, используя современные модели веников. А эта модель — Соломенко 2000, самая быстрая модель. Ладно уж, не буду спорить, но моя бы берёзка оказалась куда быстрее. Ну да ладно, давай пойдем, а то нам еще на поезд надо успеть. А, Хагрид, а что нам еще осталось купить? Ой, нельзя поосторожней. Ой, извини, пожалуйста. Меня Артур зовут. А тебя? А меня Таня. Привет, ребят! Вы уже знакомитесь? Меня зовут Даша, а это мой брат Тёма. Привет! А это Дима и Ева. Мы с ними познакомились, когда покупали мантии. Привет, ребят. О, привет! Ну что, Шаптик, вижу, ты уже нашел себе друзей. Давай я пойду отнесу остальные вещи на поезд, а ты купишь себе палочку. Это последнее, что осталось тебе купить. И да, мантию я тоже отнесу в поезд. С ребятами дойдешь. Вот твой билет. О, но тут же указана платформа 42,2. Это же неправильно с точки зрения математики. Хагрид? Не переживай, Артур. Это так называется наша платформа. Чтобы на нее попасть, тебе нужно будет пройти сквозь столб. Нет, мы не шутим. Ну ладно, пойдем уже купим палочки. Нам как раз, кстати, тоже нужно. А у Евы, я смотрю, уже он есть с Димой. Ой, Артур, что это у тебя за вмятина? Дай-ка я поправлю. Так, ребят, ну пойдемте, поезд уж скоро. Вот это да! Ну, думаю, выбор очевиден. Дайте, пожалуйста, одну X-Tig. Вот этот столб? Да. Да я попробую. Ну-ка, все разойдитесь. Чего вот вы злые-то такие, а? Ну вот, снова шрам появился. Да ладно, Артур, не переживай, я у тебя его вылечу. Столб на самом деле соседний, пойдем скорее. Блин, Артур, ну пойдем вовнутрь, уже все наши там. А?
Да, да, конечно, пойдем. И они пошли. Да, кажется, это наше купе. Да. О, ребят, вы наконец-то пришли. Чур мы спим на нижних полках. Кстати, Артур, Тёма, там в соседнем купе Дима с Евой. И с ними еще пару ребят. Сходите, познакомьтесь. Заодно Ева вылечит твою вмятину. Привет, Артур. Меня зовут Лори. Внимание, внимание. Привет, Артур. А меня Джек. Это как Шепард, только Джек. Джек Шепард. Бонжорно. Бонжорно. Я зайду. О, мисс Кузи. Stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gonna have some hot stuff, gonna have some love tonight. Уже неделю едем. Когда же уже наконец-то школа? Ребята, первый курс, все за мной. Вы поедете на лодках. Ого, какой фонарь. Ого, ничего себе, Тём, мы поедем на лодках. Да. Ребята, смотрите, какой у меня фонарь. Ох, Джек. Дима! Я сферический привет. Мое имя Гоб-Гон. Это Гоб Гонагал, декан факультета ПЗР Зарин в школе волшебства и стримов Twitch Guards.
Также Гоб Гонагал является профессором правильного перевода и дубляжа. Значит так, слушаем сюда. Заходим по одному и садимся на стул. Смотрим на свет и отвечаем на вопросы быстро и четко. Все понятно? Вот и ладушки. Дайте-ка подумать. Красота. Ум. Любовь к Луту. Я думаю, вы бы лучше всего смотрелись. Блэк Сильвердорф. Приходим, не задерживаемся. Был такой капитан в компьютерной игре. Шепард. Джек. Шепард. Знаешь что? Определю-ка я тебя. Шепард Клоу! Артур, вы, как и Даша, любите блестяшки. Наверное, вам лучше пойти в один факультет. Блэк Сильвердорф. Так. Куда же мне определить вас, Таня? Только не к Артуру. Но вам бы пошел к лицу зеленый. Арт Геймпаф. Дима, что я могу сказать? Твоя любовь к помидоркам и СМР. Пожалуй, ты бы хорошо смотрелся на факультете ПСР, Зерин. Какой нахрен Слитерин? Арт Геймпап. Ева. Красота. Изящество. Да и с Димой вы сдружились. ПЗР Зерин. Ну, думаю, тут все понятно. Шепард Клоу. Попрошу немножечко тишины. Я рад приветствовать вас в этом новом учебном году. Особенно хочу поздравить первокурсников, ведь для них это начало новой, волшебной стримлерской жизни. Однако в этом году у нас будут и зловещие предзнаменования. Ни в коем случае, запомните, ни в коем случае не ходите в туалет на третьем этаже, если вам дорога ваша жизнь. Помните. И да, вот еще что. Магию может победить только магия. Так, Артур, Тёма, у вас сейчас будут занятия у профессора Флик-Клика.
отправляйтесь к нему на третьем этаже. А что до тебя, Дима, ты иди в свою гостиную. Пароль я скажу тебе на ушко. Милимо. О, акция Гермиона. Рон мяут. Ребята, заходите! Не обращайте внимания. Просто иногда мне хочется выглядеть моложе. А сегодня мы с вами будем изучать простейшее заклинание левитации. Трикки Тауэрс! Повторите за мной. Трикки Тауэрс! Отлично! А теперь берите свои палочки и садитесь на места. Пароль! Милимо. О, какой замечательный пароль! Но на будущее попробуйте так. Милимо! Скорее все из класса. Ребят, я в туалет отойду. О, а вот и туалет. Итак, пришло время провести некие промежуточные итоги. Итак, по проведенному волшебному опросу во ВКонтакте стали известны следующие результаты. Этот опрос вы сейчас можете видеть у себя на экране. Итак, результаты. На первом месте Блэк Сильвердорф. За ним с небольшим отставанием Арт Геймпаф.
Дальше их догоняет Шепард Клоу. И, к сожалению, на последнем месте ПЗР Зрин. Но не спешите огорчаться. Напомню вам, что в конце каждой серии появляется новый опрос, который может прибавить любимому факультету еще баллов. Не забудь пройти по этой волшебной QR-ссылке и проголосовать за любимого стримлера и его факультет. Также вы можете добавить еще баллов любимому стримлеру и его факультету, сделав репост видеозаписи. Вся информация будет по ссылке в описании. Ну как, сходил в туалет? Ага. Кто тут наследил? Дима в космос полетел. И тут такие дела.